Всем здравствуйте! В начале апреля Сергей Корякин сообщил о личной трагедии. Врачи диагностировали у него рак языка. Актер прошел курс химии и лучевой терапии, однако победить недуг так и не удалось. Несколько минут назад Елена Ксенофонтова сообщила трагическую новость. Не стало Сергея Корякина. Звезда сериалов ушел из жизни в возрасте 50 лет. Прекрасный артист, товарищ, партнер, человек. Болезнь? Царствие небесное тебе, Сережечка, написала актриса в личном блоге. Корякин боролся с онкологическим заболеванием. Врачи диагностировали у него рак языка, причем в агрессивной форме. Артист лишился возможности самостоятельно дышать, а также говорить. «Я не операбелен. Но есть еще иммунотерапия, и в моем случае это шанс», – делился он подробностями своего состояния. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!